Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Костко, совершаем покупки для офиса. Вы видите в коляске у Анны Леонидовны. Анна Леонидовна, сделайте хай. Вот. Чайник, друзья, чайник. У нас сгорел один сегодня. Гораздо более накрученный был прибор с электроникой, со всеми делами. Окончилось все там же, где и, в общем, сами понимаете. Поэтому мы взяли простой. Чайник, думаем, просто пусть кипит и все, правильно? Да. Без всех этих без вот, дырочек, без электроники там, без этих всех кнопочек, ручечек, фильтров, черт знает что. Да. Сплошное расстройство. Сплошное расстройство. Да. Он у нас отработал, да, буквально. Кулер года не держится в нашем офисе. Коммерческий, не то что там для домашнего пользования. Коммерческий кулер берешь, год и все. Да, а чайник, наверное, несколько месяцев буквально. Да ты чё? Да. Какой чайник? Вот этот беленький наш. А что он раньше делал? Раньше мы его купили только вот осенью. Подожди, а там другой же был? Был до этого другой, тоже сгорел. Такой же? Да. Друзья, можно сказать, что чайник сгорел на работе? Можно так сказать, правда? Он же на работе сгорел. Да. Может быть, мы злоупотребляли, кипятили в нем что-то? Мы могли. Мы могли, да. Мы могли. А что мы тут смотрим? Мы возьмем водичку для наших интервьюирующих. Да, да, водичку надо взять. Когда люди приходят на интервью, надо им дать. Может быть, знаешь что? Давай возьмем вот из маленьких баночек. А я вот если... Может быть, они я большую баночку. Тогда держите камеру. Это я не смогу. Да, держите камеру. Это рваная. Вам ее будет тяжело нести потом. Взяли. Она не тяжелая, просто неудобно. Так. Забираем камеру. Забираем. Идем дальше. Да. Так, что у нас еще в повестке дня? Ну, мы можем ложек, наверное, взять. Ложек. Одну буквально. У нас есть какие-то, я видел. Да, у нас две. Так. Так, для... Что у нас вообще расходуется хорошо в офисе, кроме ложек? Стаканы. Так, пластиковые. Да, кофе. Кофе идет в лед. Это она у вас пикнула или что-то еще? Нет, камера да. Помалкивает. В смысле, она так подмигивает глазком, типа я снимаю. Да, вот этих нам надо было, но я не... Ой. Нет. Это большая пачка. Это нам на года на три. Да. Не будем. Кто-то принес, поэтому нормально. Тарелки. Это надо купить одну пачку и всем сотрудникам раздать, а парочку оставить в офисе. Интерес к вилке, ложке и что там у нас был, кофе, друзья, не проходит без того, чтобы тарелками интересоваться. Да. Вот за $16 276 тарелок. Вообще удивительное количество, знаешь, 276. Вот это 276. Наверное, там было 250, а остальные какой-то бонус. Может быть, даже я не знаю, чем это объяснить. Это все, что мы хотим, или мы нет, хотим еще. Еще вот таких. Каких? Глубоких? Маленьких. Маленьких давайте. Ну что, они экономнее все-таки. Так, ну они немножко глубокие, нет? Нет. А если захочется, например. Хлопья с молоком. То нужно еще и боулс. Да. Боулс, ну, давай так. У нас есть, в принципе, не бумажные. А если кому бумажные, возьмет не бумажные. Ну, что делать? А их и нет. Их и нет, и не надо. А вот они. Только это какие-то фэнси. А нам надо простые. Фэнси. Ну, там с цветочками. Да не, это кажется только. Там... Ну, давай возьмем одну, знаешь. Да. Давай одну возьмем. Ну, давай. По чуть-чуть. Мало ли там. 135. О, смотри, она не такая уже и фэнси вот там. Ну, это может на цене отражаться, тем не менее. Да. Десятку стоит. Ах, друзья. Когда-то, я помню, в СССР за десятку долларов, мама родная, могли посадить на всю жизнь. Да, ну да ладно. Сказать, друзья, что не только кофе хорошо идет, но и вот этот вот, что называется, non-dairy химикат. Да, в прошлый раз вот мы этот... про него разговаривали, кто-то вы спросили, как вы думаете, он натуральный
Оказалось, что ядовитое все. Я возьми да и ляпни, что, наверное, это высушенные сливки. Так, да. Меня там народ поправил, зачитали. Поправил. Химикаты. Нашли химикаты. На сайте. Страшный, зачитали страшный, сколько? Опасный для жизни состав. Идет матч, да. Исключительно хорошо идет, друзья. У нас в школе народ не боится ничего. Ну, да. У нас же нет холодильников, чтобы натуральное хранить. Молоко. Нет. Кофе растворимый. В основном он, друзья, растворяется в желудках наших студентов. Ну или там какие другие места для жидкости, тоже, я не знаю. Тоже, наверное, жутко полезно. Давай вот туда куда-нибудь его. Куда? Или, может быть, на дно. Эта телега, друзья, имеет дно для крупных предметов. Одного хватит нам? Да. Друзья, органический сахар из тростника. Он не всегда бывает. Хотя стоит он... Он недорогой, но вообще говоря, обычный сахар такой, из свеклы, который раза в полтора-два дешевле. Поэтому, но мы вот уважаем органический, тем более тростниковый. Хорошо, хорошо. Прямо вот, хоть сам ешь. Но это, я утрирую, конечно, так, мы сами это не едим. Вот, друзья, обычный сахар, видите, он уже не 7,50, а 4,79. Вот такие мешки. А так вот, можно и побольше, тоже из тростника. Вот этот здоровенный, 25 фунтов, 11 килограмм, он вот за 11,29. Слушай, тут еще какой-то есть. Боже, это что такое? За $26, 50 фунтов, друзья, за $26. Но это подороже будет, чем тот. Если те два мешка взять, будет на пару баксов дешевле. Вот, друзья, тоже из таких американских, как сказать, отравителей, население, такой супчик. Он приятный на вкус. Видимо, от того, что туда какую-то дрянь насыпают. И она создает порошочек такой. Да, вниз бросай, вниз бросай. Она создает некий привкус такой, типа вкусно. В России тоже популярно. Тоже, да, но я не знаю. В наше время не было такого. И, конечно, друзья, мед. Мед. Вот такую банку брали, да? Не так давно брали. Нету ничего, не осталось. Но мы все болели. Леонидовна, вот вы как человек, который потребляет мед, как вы его потребляете? Когда болею. Ну как болею? Что вы делаете с ним? Чай. А не то, что ложкой, раз-раз ложкой. Нет. Или там на хлеб с маслом сверху наливаете? Практически нет. Но было бы вкусно, наверное. Мед хороший. У меня просто горло, значит, понял, сразу. Понял. Мед хороший, я рекомендую. Это наш любимый офисный мед. А это клеверный, видите, вот написано. Клеверный за $11. Наш подороже будет. Наш существенно подороже будет. Мы, наверное, уже уходим, да? Анют? Да, я думаю, что мы все. Мы уходим. Я только что, друзья, отвечал на вопрос нашего выпускницы. Говорит, жалуется, говорит, работа такая странная. Говорит, там не с кем познакомиться. Я говорю, с мужиком, что ли? Говорит, ну да. Я говорю, так на интернете давай знакомься. Она говорит, так там козлы одни. Знаете, друзья, какие проблемы у женщин? Вроде деньги есть, дом, там все есть. А вот, понимаешь, а в интернете одни козлы. Такая вот несовершенная жизнь. Но я думаю, что вот это несовершенство, с ним легче смириться, чем, например, когда вот несовершенство того, что, скажем, молока ребенку купить негде, правда? Это точно. Это она уже просто устроилась во всем остальном, и теперь да. Уже хочется еще плюсом. Да, забыла как да. При большевиках-то. Ну да ладно. А мы, друзья, идем на оплату, да. А идем вон там дерево красивое, пойдем за деревом встанем. Или там что? Не знаю, там, наверное, уже стоят. Ну не, идем за дерево, все, сейчас встанем и будем за деревом. Работник магазина помогает Анне Леонидовне. Нет, это Анна Леонидовна помогает работнику. Можно так тоже сказать. Да. В общем, друзья, нас не оставляют без заботы. Забота – это все. Да, друзья, покидаем мы гостеприимный магазин «Костка». Что-то мы реже стали ходить, правда? Сейчас как-то все больше заказываешь в онлайне. Но мы стали через раз, поэтому. Через раз. Но в онлайне, надо сказать, некоторые вещи купить нельзя. По-моему, вот этот кофе нельзя купить, да, растворимый. В онлайне нет этого кофе, так. А в магазине нету стаканов. Приходится делать один заказ онлайн, поэтому мы так. Да. Кофе нет. И в онлайне нет органического сахара. Вот если его так живьем не купить, то его не будет. Наверное. В общем, какая очень такая странная комбинация. Но
когда мы пришли в Костко, как у Жванец говорит, ну у нас с собой было. Потому что перед Костко мы зашли в русский магазин. И мы не, как сказать, не беспредельничали, так скажем. Мы... Ну и не скромничали. Нет, нет, скромность, излишняя скромность, это тоже не наш путь. Значит, чем мы там сотрудников-то порадуем? Три вида колбасы, мяско. Так, да, корейку такую мы взяли, копченую. Потом мы взяли... Анна Леонидовна вдруг позарилась на докторскую колбасу. Да. Вот, а еще мы взяли зельц. Друзья, я обнаружил, что многие люди не знают, что такое зельц. Я вот им начинаю рассказывать, как я в Киев первый раз приехал там, и, ну, к Светлане. И там лежало зельце, там 3 метра, значит, прилавок там весь в разных зельцах. И люди говорят, а что такое зельц? Понимаете, до чего мы дожили? Так вот я его взял, чтобы показать людям, вот это зельц. Ну, не все знают. Вы знаете, что такое зельц? Мне кажется, он у нас был. Я даже один раз, наверное, его видела у нас дома в холодильнике. Ну, вот и все. Да, короче, зельц был. Но здесь я его уже пробовала с вами. Да, как-то в Киеве. В Киеве, да? Был зельц. В Москве как-то особо нет. Как-то так прошло мимо. Ну, что там у нас еще? Еще мы взяли козьего сырку. Тоже так. Я не в курсе, что не это. Не в курсе. Ну, хорошо. Козий сырок, хорошо. Еще мы взяли маслице. А чего маслице-то взяли? Просто... Хорошо идет. Чтобы было. Да. Белый хлебушек взяли из бейкери, называется Синдерелла. Кстати, то есть по-простому Золушка. 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 Знаете, как Золушка по-украински? Ну-ка вот скажите мне. Золушка по-украински. По правде или из шуточных? Типа, да там? Нет, ну как, по-настоящему. Не знаю. Попелюшка. Вот. Так, конечно, есть много разных шуток. Ну да, но я-то думала, что это были не шутки. Вот нам в детстве, например, говорили, знаешь, как будут семечки по-украински? Как? Мы говорили, как? Они говорили, лупездрики. Или там говорили... Вот, я извиняюсь, если это звучит как-то странно, но в общем... Это не совершенно никак не... И говорили там, например, а фартук знаешь? Говоришь, нет, они говорят, пиццрачник. Нет, это табуретка, сори, табуретка, пиццрачник. Нет, друзья, нет, все это разрушающие историческую дружбу народов какие-то шутки. А семечки будут на синем. А это я уж потом погуглила. Да. Нас Жанна очень сильно поругала, сказала, вы что, фу, это вообще не украинский, где вы это понабрались. Так. Нам стало неудобно, мне. Так. Я пошла в Google и все эти слова прогуглила, действительно ничего общего. Табуреток и будет табуреток. Ты знаешь что, у нас вот, я вчера повесил видео, где Саша читает лимерики, а сзади Наташа прыгает на батуте. Да. И там какой-то человек написал странные комментарии, которые я на всякий случай убрал. Я подумал, может быть, это анекдот такой или что-то, но поскольку я его не знал и, как сказать, коннотейшн мне непонятно, значит, там запись была такая, кто не скачет, тот москаль. Хорошо, что убрали на всякий случай. Да, я думаю, что так. Вроде они так у меня обе как бы москали в некотором смысле. Вот. И я же, наверное, тоже москаль, как считаешь? Да. Вот. Так что... Наверное. Вот, ну, друзья. Ты такой какой-то непреданный москаль. Так себе. Ну, я такой советский москаль, комбинированный. Да. Ну что же, а вот, Анна Леонидовна, давайте помечтаем. Вот то, что мы сейчас везем. Ну, не то, что там салфетки, допустим, или тарелка бумажная, а то, что можно реально употребить. Угу. Мы как вот, какие планы у нас в отношении этого? Ну, так порезать и употребить, наверное. Правда? Вот этот. Ты знаешь, мы вчера с Наташей маленькой, 2,5 года вот ей будет через пару дней. Значит, мы сидим, у нас такие карточки. И там карточки, там слово написано по-русски и картинка. И она вот эти буковки все уже знает. Ну и каждый предмет, который изображен, она комментирует от себя. Mm-hmm. Ну там, допустим, может быть написано морковь. Она говорит, это морковка. Я говорю, а еще что? Она говорит, это надо кушать. Там, понимаешь, ну, mm-hmm. вот. И так вот все, что съедобное она видит, она говорит, это надо кушать. И так, в общем. А у нас. Но тут... она кушает морковку у вас? Она вообще мало ест. Как-то странно, она худенькая такая. Почему странно? Ну, я не знаю, не в нашу то породу. У нас в породе все хорошо так питались, и, в общем, щеки такие были вот у маленьких, и все. И что-то ну, как-то в этом смысле... Ну, бывает такое, что вот там им даешь морковку, она говорит, не буду это, и это не буду. Вот дайте мне что-нибудь там еще.
Ну, можно сказать так, что она, несмотря на юный возраст свой, довольно хорошо знает, чего она хочет. То есть ей нельзя ничего втюхать, знаешь, просто зуб заговорить там или что. Ну, морковка-то будет? Морковку она любит, да. Вообще она очень самостоятельна. Она, например, если она берет что-то, то она берет сама, а ты говоришь, давай я тебе дам, она так не хочет. Она хочет сама или ложкой, или вилкой, или это, руками, ну, в смысле, чем может. Но, во всяком случае, она очень самостоятельная такая. Есть дети, которые наоборот, вот там они рот открывают, и ты им туда, знаешь. Угу. Собственно, я вот взрослый, да, тоже такой. То есть я люблю, чтобы уход был, как бы, забота такая. Да, как, да. С ложечки тоже по-взрослому. Вот. А есть такие, которые самостоятельные. Друзья, мы с вами фактически прощаемся, но я не хотел бы вот этот процесс употребления так как-то документировать. Потому что вы скажете, а зачем было вообще уезжать? Правда? Чтобы есть то же самое. Да, чтобы есть то же самое. Или еще скажете, ой, да если бы вы сейчас были там где-нибудь, ну, не знаю где, в Липецке, так вы бы там в 10 раз больше ассортимента бы у вас было. Я еще Ане Леонидовне говорю, давайте возьмем баночку сметаны к этому ко всему. Сметаны. Я не знаю почему. То есть у меня не было мысли, как ее использовать и с чем. Да, вот а мы еще селедочки взяли, белорусские селедочки взяли, да. Ну и там сметану, куда ее, не на селедку, что ее мазать. И, ну, чувствовал, как-то внутренняя потребность в сметане хорошей была. Анна Леонида говорит, нет. Да, нет. Там еще был торт Наполеон, мы Наполеон, тоже не взяли. Боже, какой был Наполеон, мама родная. Она говорит, нет, вы почему сказали нет? Да нам ни к чему. В смысле? Нам мы и так взяли всякого, чего бы не надо а было. А если мы бы больше работали, то мы бы больше калорий сжигали и могли бы есть что угодно. Это не про нас. Нет. Мы сидя работаем. Да. Все, друзья, не будем о грустном, а будем, наоборот, о веселеньком. Счастливо!